Радио Лайк ФМ. Слушай, что нравится. Можем, можем. По глазкам твоим ты сильно скучаешь по нам. Вокруг мини-миллион, дам любовь лишь тебе. Адам, 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 мадмуазель. Пять звезд мы в дорогом отеле. Ее харизма меня бесит, ведь ничто так больше в голову не лезет. Наблюдаю, словно пьеса, ведь никто мне, как она, не интересна. Ее харизма меня бесит, ведь ничто так больше в голову не лезет. Наблюдаю, словно пьеса, как она неинтересна. Играл на твоих чувствах, прости, это правда. Но я не безобразный тип, мне нравится загадка. Меня не привлекают эти мами Гуччи Прада. Зачем они нужны, ведь ты есть моя награда. Про нас ходят тупые слухи, они летят как духи. Ну где же ваши пруфы, аргумент мне нужен. Она психолог, она идеалист. Ну каким образом я не попал в блэк-лист? Ее харизма меня бесит, ведь ничто так больше в голову не лезет. Наблюдаю, словно пьеса, ведь никто мне, как она, не интересна. Ее харизма меня бесит, ведь и что так больше в голову не лезет. Наблюдаю, словно пьеса, ведь никто мне, как она, не интересна. Она харизматична, эстетична, невысокий рост, манера необычна. Глубокими глазами проникает прямо в душу. Если ты заденешь, то я выверну наружу. Она не из тех, кто выносит маски. Меня сильно ценит, прощай, я грехи. Но ее характер порой раздражает. Но там, где мы любим, мы все принимаем. Ее харизма, ее харизма меня бесит. Ведь и что так больше в голову не лезет. Наблюдаю, словно пьеса, ведь никто мне, как она, не интересна. Радио Лайк ФМ. Слушай, что нравится.